Тогда у нас не получилось, и мы пообещали попробовать еще раз. В итоге мы привезли домой около десятка арбузов, разместили их на диване, чтобы не повредить, и начали думать, что же с ними делать. Арбуз. И засыпаем тем же сеном. Честно говоря, я не знаю, по какому принципу должен работать этот способ. Травой. Прям как в Майнкрафте. Берем мыло и натрите его на терке. Арбуз. Теперь нужно полностью засыпать арбуз опилками. А сверху положить, получится вот такая штука. Значит, подойдет. Нам нужно поставить арбуз на ткань и окутать его. Дом и нашли выгодный кредит в новом банке. В зависимости от вашего местоположения заполнить кучу анкет и чуть ли не станцевать лезгинку. Больше так не бом, что давление на арбуз происходит равномерно со всех сторон. Возможно, это и сработает. Нужно всего лишь один раз предоставить свои биометрические данные, и вам открывается дистанционный доступ к любому банку и его услугам. Теперь вы можете открыть вклад или взять кредит в новом банке не в